Зловещики, раз. Ну, меня забыла. Слушай, ты гнуться-то будешь куда-нибудь? Вообще нормально? Вообще. Я сейчас вами согнусь, потом не разогнусь. И на концерт, знаешь, так, извините, дорогие зрители, я с катка приехала, немножко согнулась. Ну давай, иди сюда. Не хочется думать, что вот это наше закономерное место быть в номинации. Хочется все-таки остаться в этом проекте. И хочется еще и номеров, хочется совместного, скажем так, творчества. Да. С Аней, мне кажется, что все-таки у нас каждый наш следующий номер все-таки он получается гораздо сильнее, чем предыдущий. Упал сильно? Нет. Но неприятно. Поддержка. Везешь меня в диагностику? Что такое это, Амбер? Пашка, ну ты че? Ты мне коленкой прям засадил по... Серьезно, что ли? По мышце, по напряженной. Знаешь, как больно. Ой, блин. Да, извини. Да и ничего, ничего сейчас. А я вообще не почувствовал. Ой, ну посмотри, коленка прям впила меня. Ой. Никогда не сомневайся. Если уже взял меня, то взял. Не надо сомневаться во время того, что ты уже сделал. Уже поднял бабу, так неси. Я тебя еще не поднял. Ты уже меня оторвал дважды. Люба, что ж такое-то? Попал тебе под этот конек, чуть попал. У нас новый жанр, и реально просто Паша прибавляет с каждой недели, и мы можем делать более гораздо сложные уже номера, более гораздо сложные элементы и шаги. Вот поэтому, дорогие телезрители, мы с вами, смотрите, и можете даже немножко взгрустнуть вместе с нами. На льду Анна Семенович и Павел Колобков. Через несколько дней вы станете императрицей. Каждый из нас пойдет своим путем. Я желаю вам, чтобы в этой стране ваше сердце оставалось легким и открытым любви. Анна и Павел были в номинации, и по этому поводу, конечно, у них очень нервные были сегодня эмоции, которые могут помешать им выступить и сейчас. Давайте за них просто поболеем. Эта пара, я за них болею и переживаю, и поэтому, когда им что-то не удается, настроение падает. Понятно, что с Павлом нужно еще работать и работать, чтобы он, ну, хотя бы 50% того, чего достиг в фехтовании, мог сделать на коньках в фигурном катании. Это очень сложно, а времени в нашем проекте не так много. Хотя, конечно, спортсмены говорят, что они тренируются даже ночью. И Павел, наверное, тренируется даже ночью, он очень трудолюбивый парень.
Не все сегодня получилось, я боюсь, что оценки будут невысокими. Вот сегодня ты большой молодец. Ты правда молодец. Все, что ты мог, ты сделал. Сегодня ты прожил, сегодня ты танцевал. Я не знаю, что там будут ставить, это не важно. Вот сегодня ты сказал на льду то, что ты должен был сказать вот уже. Серьезно? Да, мне правда говорю. Абсолютно. Меня очень это понятно. Тронуло. Это было дыханием, было ощущение. Поверь, много пар, много оценок хороших, много всего. Не важно. Катался очень хорошо. Правда хорошо. Ты большой молодец. Спасибо. Правда молодец. Правда. Да. Именно вот, знаешь, такое мужское, хорошее катание. Анна Семенович, Павел Колобков, оценки за технику. 5-9, 5-9, 5-9, 5-9, 5-9. Средний балл 5,9 балла. Оценки за артистизм. 5-9, 5-8, 5-9, 5-9, 5-9. Средний балл 5,88 балла. Общий балл 11,78 балла. Паш, главное, чтобы... Петя, скажи, тебе не понравился этот подарок на свадьбу? Подарок шикарный с точки зрения судьи. Просто хочу сказать, что для меня несколько произошло какое-то несочетание артистического мастерства партнерши и партнера. Мне показалось, что Аня очень красиво и эмоционально отразила всю суть номера. И вот немножечко не получила взаимной отдачи от партнера. А с точки зрения техники я поставил, в общем-то, достаточно высокую оценку 5-9, потому что было замечательное катание и были интересные поддержки. Все было. Татьяна Анатольевна, слово вам. Я тоже хочу вам просто напомнить, что они позже всех тоже пришли в проект. Позже вообще всех. И я хочу сказать, что сегодня у них очень многое получилось. То есть практически все, что они нам хотели показать. Они были разнообразные. У них были чувства и мысли. Да, у Ани, конечно, они выражались, так сказать, естественно, что они у нее были больше и сильнее. И... Но я хочу сказать, что Паша сегодня для себя был просто безукоризненно работал. Безукоризненно. И это был хороший номер, за который я не могу поставить сегодня 6-0, но в принципе уже на пути. Аня, Павел, ну, результат сегодня не очень высокий. Что случилось с вашей парой? Ну, вторая номинация, она подкосила вас? Не знаю, честно говоря. Мне кажется, мы сегодня так трогательно откатали этот танец, и не знаю, что случилось с нами. Ребят, я очень боюсь, что эти оценки, это вам поддержка, вас вновь могут привести в номинацию. Хватит сил бороться дальше? Конечно, хватит. Но нам уже не привыкать. Мы уже становимся какими-то такими закоренелыми номинантами. Ну что же, ребят, будем просить вас опять голосовать. Ань, давай договоримся. Я в следующий раз, ты вставай рядом со мной, я опять принесу юбку и тихонечко тебе ее дам подержать, хорошо? Договорились, обязательно. Ну все, у нас все в порядке. Только не забудьте проголосовать. Ладно, ну а если зрители за нас будут голосовать, нам будет действительно очень приятно. И есть шанс у зрителей еще раз увидеть нашу пару. Спасибо вам, удачи и хорошей недели!